Подобные пресс-туры – традиции. Они проводятся для знакомства журналистов с особенностями учреждений и профессии сотрудника уголовно-исполнительной системы. Пятая колония поселения располагается неподалеку от Десногорска и была создана в 1982 году, когда строилась Смоленская атомная станция и город. В основном здесь отбывают наказания неосторожники, сотрудники ОМВД и военные. Отличается она от других учреждений тем, что осужденные имеют возможность работать в учреждениях на территории города и получать за это зарплату. На данный момент у нас в каждой организации, которые работают на этих осужденных, вообще на всех осужденных, распространяется полностью трудовой кодекс, пятидневная рабочая неделя. Они также имеют отпуск, имеют, правда, немножко поменьше, но имеют отпуск, то же самое им предоставляется. А работают везде, это в школах, на рынке, в детских садах. Потом вот служба благоустройства города. В пресс-туре приняли участие журналисты Смоленска и Десногорска. Они посетили ряд объектов жилой и производственной зоны учреждения. Познакомились с новыми технологиями обеспечения режима и безопасности. Пообщались с представителями администрации колонии и осужденными. Надо отметить, что эта колония – единственное исправительное учреждение в Смоленской области, в котором содержатся женщины. Торговля, потребление животных. Сохранение, Но это же не просто так, что взяли, так пришло в голову хранить, бывает. Ну, конечно, не то, что не пришло в голову, так сложилось, жизненные обстоятельства. Первое, что бросается в глаза, это чистота и ухоженность на территории колонии. Радует недавно отстроенная церковь, которая, правда, еще не освящена. Это торжественное событие состоится 5 августа. Кроме того, участники пресс-тура побывали в помещениях, где проживают осужденные, и узнали, как организуется их досуг.